есть у всей моей группы двойки. Внимание, марш! Всем доброе утро. Сегодня у нас 13 сентября. Я снимаю небольшой влог. Что-то такое. Сегодня на учебу мне к второй паре, поэтому я не спеша ем. Приготовила себе завтрак. Вчера была на ледовой тренировке в новой группе. Я на самом деле приняла решение, что вернусь в свою старую. Потому что, как я узнала, в новой группе не особо-то прыгают прыжки. Не особо занимаются вращениями. А там в целом уровень больше начинающих. Не знаю, как меня туда занесло, а что это было. Но как только я начала уходить, в мою старую группу начали добавлять третий час. Который тоже является, по сути, максимальным в новой группе. Туда мне ездить крайне тяжело и долго. Поэтому, видимо, я все-таки остаюсь. Ну, мне нужно было в этом убедиться, попробовать. Буду снова биться над одним и тем же. Без соревнований. Все. Грустно. В общем, что у меня сегодня по учебе? По учебе у меня сегодня информатика пара. А потом еще будет у нас пара ледовой подготовки. То есть мы пойдем в ледовый с моим факультетом и будем там кататься. Я думаю, будет очень прикольно. Совершенно точно можно будет что-то поснимать, поэтому беру вас с собой сегодня. В общем, сейчас буду завтра завершать свой завтрак и собираться. Потом поеду на автобусе. Сижу пару, у меня будет перерыв 2 часа. Вот так вот. Ну что ж, вот я почти собралась. Как я сказала, у меня сегодня всего лишь одна пара информатики, а потом у меня будет довольно-таки большой перерыв. В этот перерыв я думаю повторить свою программу, которую я вчера поставила. На самом деле это было довольно-таки непросто. Не знаю, пока не к чему ставить мне эту программу, торопиться, потому что никаких соревнований у нас не предвидится. Но во всяком случае уже можно откатывать маленькие кусочки, допустим, на сегодняшней паре. По ледовой подготовке, когда я выполню все задания, можно будет покататься самовольно, поэтому что-нибудь поповторяю. Ну все, потопаю на автобус. Ну все, сейчас пойду на автобус. У нас тут каких-то куча собак на улице. Прошу прощения. Плюс нет стабилизации на телефоне. 9 часов у меня автобус, а начало пары в 10:15. Вот. Так хорошо на улице, я обожаю осень. У меня последнее время, в принципе, ну, нормальное настроение относительно, кроме воскресенья. Вот собака, там собака. Их откуда выпустили, я не понимаю. Что за прикол? И пара проходит вполне прикольно, интересно. Сегодня, вот считаю, всего лишь одна пара, потом на улке покажу. Вчера тоже прекрасно погуляла, съездила. Вот. Такие дела. В общем, пара прошла, и сейчас я пойду пешком до ледового. Идти довольно долго, поэтому мне как раз хватит времени. Скоротаю свое ожидание. Ребята, до этого ледового я топала больше получаса по всяким закоулкам незнакомым, но я таки дошла. Ура, спустя полчаса скитаний я таки дошла до ледового. Я устала, еле дорогу перешла. Ну ладно, у меня еще целый час в запасе, не знаю, что буду делать, но рада, что я пришла. Вот, с сумкой очень-очень тяжело ходить. Практически вся моя группа опоздала на лед, все задерживались, и вышли мы на 20 минут позже положенного времени. Катались мы не час по итогу, а 40 минут. Вообще, как прошла пара. Мы занимались на привычном мне ледовом дворце, но мы практически ничего не делали. Честно, я очень замерзла. Я тепло оделась, но мы очень много стояли, катались медленно. Ну, понятное дело. Наш преподаватель пытался научить нас кататься, тормозить, но все это было с большими перерывами на объяснение.
из-за чего было реально холодно. В итоге, когда мы сделали все его упражнения, оставалось всего лишь 10 минут, и он разрешил нам покататься. Так как всю практику мы почти ничего не делали, я была замерзшей, я не смогла прям как-то хорошо покататься. Я сделала лишь 2 прыжка, одно какое-то не самое удачное вращение, и очень мало что попало в кадр. Со мной на потоке учатся еще 2 профессиональные фигуристки. Одна из них была в этот раз на катке, и ко мне в кадр попали ее красивые элементы. Ну а я пока только начинаю восстанавливать форму после очень долгого перерыва. Поэтому такие пары неплохое подспорье для меня. Сентября с утра мы приехали в парк наш местный для того, чтобы бегать. Легкая атлетика у нас проходила на улице. Мы собрались, приехали туда, бегали на время дистанцию 250 метров. Вот обратно в корпус мы еле-еле уехали, потому что не ходили ни троллейбусы, ни маршрутки. Также было несколько пар. Приехав домой, я тоже особо ничего не снимала, поэтому перейдем к следующему дню. Иду на пару по анатомии. Вчера до 11 делала рабочую тетрадь, потому что нам долго не скидывали задания. Я, кстати, заболела. Уже несколько дней то горло болит, то сейчас нос не дышит. Да. Без понятия, что будет на анатомии. Надеюсь, мы там все не умрем. Всего лишь одна пара у меня сегодня. И завтра одна. Очень не хочется никуда. Вчера пробежала не очень хорошо дистанцию. Почему-то у большого и малого круга был одинаковый финиш. Хотя, в принципе, танцы по-любому разные. Ну да, я медленно бегаю, но, блин. И ладно. Хочу домой. Что ж, вот я и дома. Анатомия прошла довольно-таки неплохо, а у нас была лабораторная работа. Мы брали кости, которые были в кабинете, и изучали их по учебнику. Мы искали эти кости, их подробное описание всех частей, выпуклостей, особенностей строения. Мы должны были разобрать за пару как можно больше костей, и у нас был такой небольшой зачет в конце пары. Учитывая то, что большинство костей мы видели в первый раз и особо не глубоко их еще изучали, было довольно-таки страшновато. По итогу почти у всей моей группы двойки. Ко мне она подошла первая, и у меня на столе был череп. Некоторые кости другие мои однокрупники брали. Я первую разбирала, получается, что? Первую разбирала нижнюю челюсть, а затем я взяла разбирать ногу. Малую берцовую и большую берцовую кость. И, короче, вот с этой вот стопой я просидела довольно-таки долго. И только под конец пары я взяла череп. Я еще не успела его толком разобрать. И она ко мне подходит, говорит, вот из каких частей состоит череп. Но прикол в том, что когда я ждала тренировку свою во вторник, я в перерыве смотрела видео как раз про череп, и меня это видео действительно очень спасло, то, что я тогда начала учить череп. Я назвала плоскости, всякие кости довольно-таки подробно, она сказала, что нормально, поэтому все хорошо. И потом еще стопу я ей рассказала, скелет стопы. Вот, а остальные, к сожалению, видимо, не особо-то хорошо работали на паре. Но, опять же, если ты что-то делаешь на учебе, то, скорее всего, таких прям больших проблем у тебя не будет. Поэтому не зря я сидела и что-то запоминала. Потом я зашла в собрание в наш факультет, в наш корпус. Нам там из деканата рассказали какую-то информацию, и я пошла на автобус. И сейчас у меня в планах делать домашку, а та, что уже задана, я хочу делать что-то заранее, что мне уже известно, чтобы не копить. Мне еще нужно по психологии с девочкой сделать доклад, поэтому тоже не буду его особо затягивать. Вот. Ну и учить кости, конечно же, по анатомии, чтобы в следующий раз так не трястись. Плюс мне надо когда-то вообще учебник с атласом получить в библиотеке. А их разобрали. Не знаю, где я его возьму. В общем-то, день проходит нормально. Буду обязательно монтировать вот этот тот ролик. Мне нравится снимать вложики. Давненько я этого не делала, поэтому надеюсь, вам тоже понравилось. Спасибо вам за просмотр. Я постараюсь совмещать учебу и съемку видео на YouTube. Про тренировки я буду рассказывать в другом видео, про эту группу, да.
Я говорю, это просто какое-то недоразумение получилось. А я об этом, думаю, расскажу когда-нибудь в отдельном видео про мою историю в фигурном катании, которую я давно тоже планирую снять. Вот. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Делюсь с вами новостями. В первую очередь, какие-то небольшие видео со льда также будут появляться в первую очередь там. Также можете подписаться на этот канал. И буду благодарна вашим комментариям. На этом все. До встречи в следующих видео. Пока.